Андрей, ты защищаешься, не бросаешь. Готовы? Да. Так, сейчас. Вот так лучше будет. Хаджима. Да, будете бороться. Пока ты масса не бросишь. Да, пока Андрюха не бросишь, будете бороться. Если Андрюха упадет, я их накажу. Так, Каталин, иди сюда. Никаких резких движений, потому что рука слаба. А он сверху старается тебе забрать мяч. Вот он самый толстый, мяч вот, это жесткий. Можешь чуть-чуть его придерживать, а он старается тебя не забрать. Посмотри, я не могу руку поставить. Один раз я сюда дернул. Раз, то есть здесь старается дернуть. Чуть-чуть одной рукой держишь, а второй рукой какой. Но если он чуть выдержит, то отпусти, потом еще раз возьмешь, а ты забираешь у него мяч, что он лежит. Но не расслабляйся. Если руки не лежит, то он лишь кусок. Возьми там сверху мяч. Нет, Максим. Давай. Ложишься, спина, ножки, вот так, одной рукой держишь, одной. А ты забери у него мячик, да, забирай. О, моя любимая игра из детства. Еще. Молодец, еще раз. Можно тоже кинуть? Что? Кидать его тоже пока нет. Только задний поднос, чтобы ее помочь. Только задний. А, все это такое. Сейчас ударишь его в колено. Просто берешь и ударишь. Так, надо сегодня делать. Прыгай. Молодец, видишь, он поддался, да. Вот так, хорошо. Полоса, ухо. Теперь он мячом тебя должен выполнить. Ты сильно не уходи. Держи локтем. Он мячом пусть тебя выполнит. Да, да. Ты спасибо. Толкай, чтобы он толкал мячом. Уходи чуть-чуть в сторону. Катерина, а ты чуть-чуть, то есть он тебя толкает, ты чуть-чуть поворачиваешься. Чуть в сторону, да, ну толкаешься. Так, я чувствую, скоро мне придется с вами бороться. Вот, вышел. Давай, молодец, еще раз.
Сентябрь. Да, так, чуть-чуть, раз, так, чуть-чуть. Марян, у меня спрос, что день старый, дай ему чуть-чуть. Хорошо, Мате. Так, 1, 2, 3, Фатру. А есть, ты идешь к Андрею. Вот ты можешь чуть-чуть побороться. Садитесь, да? Так, так, значит, все, купой. Сейчас, 15 минут. Да нет, ты делаешь так. Торцун. Пусть Дан с нами, Сергей Анатольевич, пусть Абаби с нами поборет. Да. Так, сейчас. Что с тобой делать? Как что? Ты что с тобой, бать? А, да, я понял, он будет судья, да? Нет, бороться. Кто, с вами? Там я буду полегче. Вот кто сделал бросок, остается. Я тебе хорошо. Он сейчас пойдет и бобки делает. Да. А, ну тогда не затирайся. Хорошо. Так, готовы? Скажи, что ты. Так, значит, можешь вот его взять, чтобы бороться? Нет. Вам бороться не надо? Что? Бороться не надо. Можно бросать и бороться не надо. Только я буду защищаться. Ты что делаешь? Ну, отжимаем. Хорошо, давай. Делаешь? Я тебя все только там. Туда. Ой, Чешка. Эй, ты что делаешь? Ты надо вот так вот делать. Так он хотел один раз попробовать. Не надо попробовать. Молодец, он хорошо сделал. Но он прав. Да, просто ты бы дал бомбу. Вот я не ясно, да? Вот самое легкое, это взять захват и вытолкнуть. А ты ему просто чуть приведение делаешь. Знаете? Вот. Сколько у нас? Смотри, там эти через грудь место, чтобы он руки не выставлял. Хотя мельницу. А сколько времени? А ты правильно? Правильно? А, тогда стоп, Мате. Если это правильные часы, то мы уже... Нет, ее сами поставили. Тогда вставили. Пошли по кругу. Пошли. После того, как я отпущу, можете бороться. Пошли по кругу. Тоже. Да, ты после того, как мы попрощаемся, тоже закончишь. Да, он уже не борется. Класс. Терпеление не надо. Не надо. Да сейчас попробуем. Хорошо, все, построили. Вот здесь, построили. Прям берет. Не запахнет. Дистанция. Сейчас водичку найти. Раз, два, три. 1, 2, 3. Макс, ставь вперед, пожалуйста, сюда. Да, сюда. Значит, еще раз. Когда тебя взвешивали? Когда? Жаль. Точно? Бора, 4 до 5. С 4 до 5 борешься? 70. Ди. И с 12 часов. Да там не один. Там уже скажут просто. Да. Вы когда взвешиваетесь? Нет. Нет, сколько во сколько? Где вы? 5. Чищ. До 6. Да. Так, а борешься ты в Жой. 12 часов. Еще я упаду там, вдруг они что-то поменяют. Мы не расслаблялись. Вы боретесь Жой. Жой. А кентарь у вас? Жой кентарь. Жой кентарь, да. Лопат, плащ, швинер. Винер, лора, брюс, но
как еще раз, да. Мы должны узнать, и какой вес у тебя должен быть? Не, 90. 90. 190, да? 90, 90 килограмм. 90, 300. Хорошо. Вопросы есть? Нет. Все. А сколько мне надо? Да, насчет на завтра, да? Ты сможешь подойти? Да. К 10, ну там не к 10 надо. К 10. К 10, да? 9.30 встречаемся. Не, не здесь встречаемся. Сейчас я вам скажу, где встречаемся. Значит, туда. Идет 142 маршрут. Сейчас подойди, знаете куда? Сейчас я вам скажу. Да, Макс, можешь подойти? Катерин, нам холодильник надо привезти. Значит, смотрите, где мы встречаемся. Вот этот круг. Круг. Да. И там есть остановка на Рашкан. А, ну, мы знаем. Да. Вот там остановка на Рашкан. Вот ты крентился. А? Вот ты крентился. Это напротив. Напротив, мы поняли, да. Вот там эти партнеры. Остановка, да. Мы возьмем, поедем на Рашкановку, но нам надо быть там в 10 часов. Значит, только как вам маршрут идет отсюда? Да, там любой троллейбус идет. Нам надо два раза ехать там. Где именно на Рашканах? На Рашканах кармана... Вот мост... Это Ростов. Ну, вы нам напишите в Вайбере, где именно. Как бы там, я там тоже. А, ну тогда мы спали. 9.30, да. 9.30. Оттуда идет маршрутка 140. Отсюда прямо туда. 140-я. И мы тогда сядем на нее и поедем туда. Но если в 10 часов мы подъедем туда, она в 11 уходит? В 11. Ну тогда мы просто вытащим. И она может уйти. Да. А вот на машину тогда уже надо сказывать на 10.30. Потому что вдруг что-то не получится. Да? Ну да, конечно, чтобы поместить. Как вытащим с разным врачом? Да, ну подожди, пусть сначала вытащим, потом позовете, чтобы на яичник. Нет, да, а потом вдруг заняты будут. Что мы будем делать? Ну, да так я скажу, 10.30, он будет 10.30. Угу. Хорошо, да? Значит, мы встречаемся там. Что делаем в холодильник? Выносим и приносим. Все, мальчики, все. Так что кто будет? Все будут. 9 часов 30 минут. Я Денису передам. А? Я Денису передам. Хорошо. Вот здесь на остановке. Пацаны, здесь на остановке, напротив. Да, давайте сделаем так. Здесь будет ходить, вот там боритесь. А ты перейди сюда, пожалуйста. Василина, хочу вам сказать. Возьми мячик и уйди туда. Туда уйди. Присаж меня и посмотри. Давай. Давай сейчас посмотрим. Чего? И вот завтра.